Всех приветствуем! Сегодня из Сыра-Нимбы. Въезжать в этот парк на машине нельзя, так что все оставляют машины тут рядышком. Вход абсолютно бесплатный. Для тех, кто приедет на велосипеде, есть парковочка, чтобы его оставить, умывальники. Даже туалеты для инвалидов. И на входе записывают все данные. Точнее, лежат две тетради, и все посетители сами записывают. Здесь же у входа есть и детская площадка в тенистой или эвкалиптовой. О, как аутентичная коровка с теленочком. И подошли мы к табличке. Я люблю Сыра-Нимбы. Сыра здесь употребляется как гора. Ну, а Нимбы – это название города и название самой горы. Ну, прям какие классные. Мы уже почти дошли до главной достопримечательности этого места, до озера. Но оно образовалось не в результате сил природы, а из-за того, что на протяжении 53 лет, с 1963 по 2016 год, здесь добывали породу, которая использовалась для выкладывания дорог и для строительства. А потом, в 2016 году, местные жители после долгих протестов смогли отвоевать гору назад, и она снова стала собственностью муниципалитета. Уточки плавают. Раньше это была одна гора, а теперь улицы Асунсьона и близлежащих городов вымощены этими камнями. Повсюду таблички, что не надо подходить близко, возможно, обвалы. Камнепады. Камнепады. Даже не верится, что еще не так давно здесь была дорога. И воды совсем не было. А еще, как нам объяснили, такой необычный цвет воды связан с веществами, которые содержатся в горной породе. И они, вступая во взаимодействие с водой, придают ей такой необычный цвет. Три больших хищных птицы кругами летают над тем уступом. На многих камнях есть следы ржавчины, что говорит о том, что тут содержится железо. Чтобы понятнее было, каков масштаб. Миллионы тонн отсюда вывезли. Место очень
впечатляющая, однозначно сюда стоит приехать. Пока еще от горы хотя бы внешняя часть осталась. Для уставших путников есть краники с водой и скамеечки под эвкалиптами. На горе установлен крест в память о тех, кто простился с жизнью, прыгнув с этой горы. Недалеко от скамеечек есть и туалет, выложенный местными же камушками, здесь добытыми, а туда дальше дорожка наверх, но подошел охранник и сказал, что наверх нельзя пока еще подниматься. Всем, кто окажется в наших краях, очень рекомендуем сюда приехать. А тем, кто будет смотреть, приятного просмотра и до новых встреч!